Но не уходя далеко от такой вот военно-транспортной темы, еще одну историю расскажу. Она была где-то так, больше 10 лет назад, не сильно больше, но где-то вот туда. Мы летели снимать передачу от НТВ, от нашей военной программы «Смотр». Летели, можно сказать, на войну, в общем-то, хотя там уже так было относительно спокойно. С нами летел госпиталь медицины катастроф, все это было так очень быстро, нас везла авиация ФСБ. Мы приземлились там в определенном месте, разгрузка идет, я оператора поставил, он снимает, как бы вытягивает эту технику медицинскую, там и все остальное, гуманитарная помощь там местному народу. А у меня традиция, я с кем летаю, если кого-то не знаю, то я подписываю диск экипажу, смотрю номер борта, пишу экипажу борта номер, и все. И я так, значит, быстренько подписываю, поднимаюсь на борт, а там, значит, борттехник быстренько накрывает стол, что-то пожарил там, не знаю, или что-то он успел сделать, в общем. Я говорю, где у вас командир? Он, смотрю, ходит товарищ с таким важным лицом. Ему не до того, потому что им через там полтора часа взлетать и обратно лететь, и дальше работать, потому что как мы с ним потом общались очень много с этим родом авиации. Там действительно серьезная работа тоже, как и у всех. Я говорю, у меня традиция, вот диск подарить. Ладно, спасибо там, и дальше. Я так думаю, нужно же что-то сказать. Там песни всякие, они авиационные, может, слышали песню «Я летчик», к примеру. Он так раз остановился, посмотрел на меня так вот свысока, хотя мы примерно с ним одного роста, и сурово и назидательно сказал: «Я летчик, стоит у меня на звонке в телефоне. На всякий случай, это Анисимов написал». Это был Дмитрий Кальченко, мой замечательный друг. А самолет был У-76. Дима, спасибо, что пришел. Что насупился, Илюха? Нынче вылет до зари. Набивает снова брюхо, груз швартует технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката. Рампа Тельфер, Апаэль. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. Но взлет уходит ввысь, Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга. Бродяга, наш транспортяга, горбун по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков в бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь, Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга. Бродяга, наш транспортяга. Горбун по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. И если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет.
коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой, если где-то что побахнет, грузовик наш боевой, она взлет, уходит ввысь, Илья, трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде из зимы встречают борт, заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все при деле как один, от души нальют Илюше самый вкусный керосин. Наш Илюша улыбнется, командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь, Илья, трудяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Дима, и тебе спасибо. У меня с этим самолетом еще, ну, очень много чего связано. Просто вот глядя по залу, вижу своего друга Алексея Нагаева. Это, я считаю, один из самых-самых лучших фотографов авиационных. Он штатный фотограф КБ Ильюшина. И он мне сегодня подарил на день рождения там очень такую классное фото на холсте. Наш белорусский Ил-76 садится в Антарктиде. Вот. Хотя, ну, у меня очень много его любимых фотографий именно с Илом связано. Ты знаешь, самое... какая меня впечатляет. Ты там так скромно не молчи. Есть фотографии его, а он летал и на Северный, и на Южный полюс, по всему миру там и так далее, и с авиацией ФСБ, и сейчас с Илюшиным. Любимая фотография, где нет этого самолета, а там рампа открытая, снизу вот действительно Антарктида, и улетают туда на парашютах бочки, на которых написано BP. Я думаю, что British Petroleum тебе очень должны за такую рекламу. Вот. А действительно, как бы ильюшинцы, они, ну, бросают туда грузы, потому что никто это другой не может сделать. И вот, ну, Алексей это все фотографировал. Алексей Нагаев.